У Касаткина предательски не идет бросок из-за дуги. Уже 6 попыток было и 0 точных бросков, а вот в защиту очкам уступают. Уступает команда в красном. 3 очка. Каспер Уэйр на дуге. Пространство ему нельзя. Показывает, что тоже может бить издали, но ему не верят. Он идет под кольцо. И вот здесь его... Здесь не проходит ни скидка, непонятно что. Имбо, мяч догоняет. Скидка на Мэлло. Навес на Джекири. Боу! Джекири против Трушкина снова. Будет давить, я не сомневаюсь. Но Трушкин здесь хорошее сопротивление оказывает. Но Джекири... Бросками из-за дуги. Остапкович промахивается из-под кольца, но Джекири чистит подбор. Минченко выходит с ним справиться, но ноября сыграет против Уникса. Тоже на выезде. И это будет матч недели. Тони Джекири!